До прибытия поезда остаются считанные минуты. На перроне железнодорожного вокзала собрались родственники, друзья, коллеги и наставники наших паралимпийцев, участников клуба УМЭД. Сергей Харламов, Евгений Орлов и Иван Залезняк представляли Казахстан на азиатских паралимпийских играх в Китае. Из троих североказахстанцев бронзовую медаль нашей сборной принес Иван Залезняк. В паралимпийском спорте он почти 10 лет. В толкании ядра добился результата 12,39 метра. Все трудились, все, как сказать, может, потели. Но достаются сильнейшим. Тяжело, конечно, было. Страна красивая, мне понравилось. Все организовано, там все сделано. Такие соревнования проходят раз в 4 года. Подготовка к Азиаде проходила под руководством тренера Дмитрия Клеева. В клубе УМЭД гордятся своими спортсменами. Все эти дни они болели за ребят. Надеемся, готовимся на следующий год уже паралимпиаде принимать участие. Надеемся, наши ребята также отберутся, завоюют лицензии и поедут в Париж. Всего североказахстанцы завоевали 6 медалей разных достоинств. Спортсмены остались под большим впечатлением от поездки и обещают в следующий раз вложить еще больше сил для победы. Валерия Сиваш, Олег Косинов, МТРК.